Помните, как российские политики оправдывали войну в Украине необходимостью отбросить НАТО от наших рубежей? В общем, здесь состоялась очередная геополитическая победа. Путин всех переиграл, в результате чего протяженность границы России со странами НАТО выросла в 2 раза. Да, и произошло это благодаря тому, что в альянс все-таки вступила Финляндия. На прошлой неделе Турция одобрила присоединение к блоку, и препятствий больше не осталось. Поэтому 4 апреля, в годовщину основания НАТО, Финляндия официально вступила в организацию.